тех, кто не присутствовал у нас там, вот не в том кабинете, я еще раз представлю Главкина Игнатия Тихоновича, который к нам сегодня приехал, который в Россиянии с комиссией приехали, православной конфессии, и миссия его заключается в распространении православной литературы, которую он, собственно, сам и созидал. Про ваше поселение мы ничего не знаем. Только по карте смотрим, что на нашем пути крупный районный центр где. Ну, заехали долго тут, блуждали где-то, пока кое-как сюда выехали. Там и ехали, ехали, и никакого города-то и нету. Вот мы где спрятались. Значит, Господь наш, Он милосердный, Он любит каждую душу. Вот 74 года назад было мое рождение. Я не знал, кем буду, как буду. Но Бог так все состроил. Теперь, оборачиваясь назад, я вижу, в моей жизни не было без промысла Божия ничего. И то, что в многодетной семье 10 ребятишек, что отец инвалид, что я плохо слышу, это все послужило на пользу. Я иногда уроки учил на 2 урока раньше. Я не знал, что учитель говорит, слышит. Поэтому самостоятельность к этой работе приучила вникать во все жизненной ситуации самостоятельно, а потом искать где-то ответы. Вот. Я знал о Боге от матери, что Бог есть, и будет суд Божий. Я знал, ад – это для меня, а праведникам рай. Мать говорила, что нельзя делать грехи, там этого не было, Бог сохранила. Вот. Просто по названию даже она мать говорила, будешь там неправду говорить, значит, за язык подвесят, она по-своему, там, женщина, от всего Бог сохранил. А что не знали, значит? И вот в армии я посмотрел фильм «Отверженный» Виктория Гюго. Это начало поиска. А уже после армии, я служил в морфлоте, Господь позволил, так устроил, что я встретил таких людей, которые о Боге знают. Вот что интересно, отец у нас инвалид войны, 10 ребятишек, он без руки. Но он пас овец и всегда давал обет Богу, что если благополучно отпасу, то пол барана я на неимущих тут в деревне, беспризорной бабушке, я им посвящу, отдам. И мы это разносили. И вот эта любовь к бабушкам, а я-то такой еще был, она сохранилась на всю жизнь. Говорят, ну что, бабки там такие, ты тоже будешь старый. И вот я сошел на берег, был это Венсполс, гляжу, бабушка несет узлы. Я встану к ней, вам тебе надо понести. А дорогой разговорились, я говорю, у вас тут верующие есть. И она показала, куда мне нужно было зайти. А мне Бог открыл знания. Знания, которые не от меня. В школе не было иностранного языка, совершенно не было. Учителя не было, тройку поставили, и все. Но на службу в армии я самостоятельно изучил английский, немецкий, французский, выступал у этих людей в собрании. Бог дал знания. Приехал в Латвию, через 3,5 месяца я уже разговаривал по-латышски. И меня завели в латышское собрание. Я слушаю, как иноземец. Подошел человек по-латышски, спрашивает, вам все понятно? Я говорю, я ничего понять не могу. Как же, вы же разговариваете. Слова совершенно незнакомые. Сочетание незнакомое, это библейское. Он провел в русское собрание. Я, оказывается, и по-русски не понимаю. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ну, на чем Лев Толстой застрял. Что такое блаженны-то? Сегодня спрашивали. И нищие духом. Слова-то я слышу, я их не могу собрать. И вот Господь дал мне покаяние. И вот 50 лет назад, это было 27 сентября 62 года, 50 лет, я иду этим путем. Вот в этой книге, эта книга как ключ к остальным книгам, говорится, как жил я. Вот я иду арестованный, я в 5 тюрьмах отбывал. В общей сложности меня терзали и мучили 26 лет. И они ничего не смогли сделать. А в тюрьмах отбывали? За веру? Как за что? За веру? За веру, конечно, за что же. Я везде проповедовал, брал интервью репрессированных. В первой стране издал «Архипелаг ГУЛАГ», а это год, это еще в 86 году. А в 87-м вышло помилование всех политзаключенных по указу Президиума Верховного Совета. Конечно, это был Горбачев в то время. И вот мы несем Слово Божие, которое выразилось в книгах. Я очень много вел занятий в университетах разных. В школах, техникумах, в воинских частях, милиции, заводы, фабрики, 3 радиопрограммы. То есть трудно назвать место, где бы мне не проповедовал ее. Я прихожу домой, а тут несколько машин, полковники, сегодня у меня, завтра у меня, и каждый к себе тянет. Это время
самое мое было, кажется, востребовано. И в печати, и в газетах, по телевидению фильмы ставят. Притом фильмы нас поставили, заняли первое место в России на международном киноконкурсе первое место. Это, ну, я дал тут сайты все, потом посмотреть можно будет. Суть-то в общем, что Господь коснулся сердца. Я о себе хочу сказать, что познав Бога, человек сам себя оглядывается назад и ужасается. Неужели это я был? Как же я мог жить-то? Ой-ой-ой, да зачем же это, моя жизнь-то она была нужна? С Богом все преображается. Абсолютно. И вот стали студенты, люди просить, то, что я отвечаю на все вопросы. А у меня сидят там сотрудники ФСБ, краевая администрация, на всех конгрессах, собираются, где краевая администрация меня везде приглашает выступить. Но у меня наработки по каждой области. Притом я ниоткуда это не беру, я просто выпрашиваю у Бога. У меня здесь в книгах 3467 стихотворений. Люди не понимают, много или мало. Это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок вместе взятые меньше получается. А каждое стихотворение имеет двойной, тройной смысл. Я сейчас показывал, откуда взято. Это просто Бог открывает, дает. Я рука записала, как у Вивальди было во время богослужения. Фуги-муги свои эти записала, а дальше у него получилось. Бог это делает. И поэтому, когда я стал отвечать на вопросы, люди стали просить ответить подробнее и оставить. Это все уходит. Ну и записывали на магнитофон многие. И я стал писать. Вот каждая книга 752 страницы. 38 книг у меня вышло. Я тут набор делаю сам. Мне 74 года. В 62 года мне показали, как включать компьютер. Я не знал. А дальше начал. Я больше 30 тысяч часов провел за компьютером. 30 тысяч. Это Бог только так сделал-то. И вот эти книги вышли, ну, показал, и вот эти вот 4 книги, вчера мы подарили, ну, все 38 подаренные в Грозном, а 4 Рамзану Кадырову. Лукашенко подарили ему, в библиотеке Путина их видели. Вот этот трехтомник «Толкование Нового Завета», впервые за 2000 лет он вышел такой, в полном толковании православной церкви, с опровержением самых современных сектантских толкований. Я миссионер, ну, Бог это сделал. И поэтому... В этих немногих словах мне хотелось сказать слова апостола Павла к филиппийцам. Это Библия. 1 глава, 21 стих. Говорят, а в чем смысл жизни? Он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Обычно смерть все отняла. А тут наоборот, смерть приобретение. В латышском языке «наване сауброс». Смерть приносит плоды. Я вот отдал, все раздал, а я умер, все ко мне вернулось, я перед Богом предстал на суд. Притом, я не заставляю никого, я просто рассказываю, как Бог касается сердца. Вот я учился, когда в мореходном училище выше, добился разрешения через там какие-то у них свои ректорат, сдать 3 курса за год по выбору комиссии на любом из иностранных языков, с выходом за границу. А мысль была, я уйду и не вернусь. Бог показал, ты будешь другим. Вот спрашивает, а кем ты хотел быть? Вот. Ну, все там, я космонавтом, там другой. Я хотел быть террористом, я никем не хотел больше быть. Отомстить коммунистам за то, что поруганная земля, вот это, отец мне рассказывал, как жили люди. Вот. Я все обдумал, меня не поймать. У меня ружи несколько, везде патроны, я себе думал, собака рядом, там, на конях нырять. Сам тренировался. Чечня, будь тогда, я бы первый здесь был, мститель. Но Бог повернул по-другому. Ты будешь страдать, тебя будут гнать. Ты будешь в тюрьме, я в лагере смерти отбывал. Вот Бог повернул, как был такой Саул, гонитель. И Бог взял из него апостола Павла. Он гнал христиан, хватал, душил, и вдруг свет осиял, он упал. А кто-то, он говорит, я Иисус Назарин, которого ты гонишь. Он его не знает. Ты гнал христиан, это Христа ты гнал. Ты даже не знал. И вот, если бы я хотел быть другим учителем, вот он учителем и стал, Виктор Николаевич. Вот, хотел бы быть юристом, я бы стал. Но я хотел быть не коммунистом, не юристом, а хотел быть террористом. И когда сегодня рассказываешь, люди ахают, так неужели, я 5 лет знал, кем я буду террористом. А Господь сказал, ты будешь христианином, и тебя будут бить, давить, а ты будешь благодарить и славить меня. Как это так? Вот я зашел в прокуратуру, он прокурор края, генерал-лейтенант, мне близкий. А его помощник тоже генерал, но поменьше, майор. А у меня конфисковали, перед арестом я, у меня в том студии было 15 магнитофонов, Маяк 205, это
4 дорожки, скорость 19, а потом уменьшаешь до 4,7, и слушать можно, а одна была большая, 525 метров, 12 часов слушать. И я насчитал 50 книг. «Архипелаг ГУЛАГ», «Библия», 12 томов «Златоуста», 12 томов «Жития святых», они все в интернете, которые я вам дал. 5 томов «Добротолюбие» – это высшая философия христианства. Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский – это все насчитанное. Ну и решетка. А теперь-то, когда я вышел, я стал требовать назад это, вернуть, а назад-то ничего нету. И закон гласит, надо вернуть. Ну и я выиграл процесс. 11 лет шел в суд, и мне два домика отдали, где мы... На лагере там все теперь можно где-то. Когда на Бога надеешься, в Библии написано, Бог и врагов примиряет с ним. Я просто по своей биографии вот, сравниваю, смотрю, Солженицын. Это другой уровень, конечно, он был лауреат Нобелевской премии, но у него за другое было. Он заботился о сбережении народа. У него везде сбережение народа, у меня сбережение души. Как уверовать во Христа, как жить с Богом, как изменить эту жизнь, сделать ее сияющей, радостной. У меня выражение, оно не евангельское, азартное. Я начальник детского лагеря, основатель лагеря. 40 лет. Это старший воспитатель 15 лет. Мы все работаем бесплатно. Я фанатик в последней степени. Слово «фанатос» — это благородное слово, его просто осквернили. Фильм был «Ленин в октябре», и там спрашивают Марию Ильиничну, Ульянову, а что такое фанатик? Это Владимир Ильич. Она говорит, человек готовый умереть за свою идею. Там буквально перевод. Я готовый умереть за это. Если я это услышал, в Библии написано такие слова благословение и проклятие. Ну, вы слышали это. Ну, и спрашивают, а что такое благословение? Ну, хорошо. А что хорошо? Там муж не бьет. Деньги домой приносит. Ты расскажи дальше-то, что благословение-то? Это открывает Библия. Первое благословение, написано, получил Авраам, избранник Божий. От него пойдет еврейский народ. А сегодня евреи тут Абрамовича там обограбили в Израиль, все отправили, будь они прокляты, бей жидов, спасай Россию. Это безумные слова. Написано, благословляющий тебя благословлен будет, проклинающий проклят. Просьба, никогда евреев не проклинайте. Ты что делаешь? Это твое дело, что ты думаешь, правильно думаешь, но не проклинай. Проси Господи, вразуми их, чтобы нам тоже что-то оставили здесь. Ну что ж, такая богатая держава, где-то в конце, 72-е место по здравоохранению в мире. Не проклинай еврея, запомните, я не еврей. Я знаю Слово Божие. И последнее благословение у Малахии. Господь говорит, вы хотите быть благословенными, платите десятину священства, десятую часть от того, что зарабатываешь. 100 рублей заработал, десятку отдай. Я это услышал в 62-м году. Я фанатик. Я сказал, я буду платить 9 десятин. 9 из 100 заработанных, 90 буду отдавать на дело Божие. И 50 лет я прожил в этом накале. Я строитель, поэтому всегда 2-3 работы. У меня всегда выработка 200-300%. Я печник, плотник. Я прожил, ни разу голодным не был. И поэтому я смело возвещаю, благословение Божие приносит прибыток. Издать эти книги невозможно. Вот это вот только по скромной... цене 75 евро. Все остальное, что я подарил, 750. Умножить на 360. А у меня ничего нет, минимальная пенсия. Работать не давали, только на низу. Я бы до этого прорабом работал. Я положил все для Бога и возложил на Него надежду. И Господь говорит, я тебе отдал Сына моего Иисуса Христа, который умер за тебя. Ты будешь благословен. И с этим благословением мы приехали к вам. Видеть ваши радостные лица. Мы не знали, что такая тут прохладная обстановка будет. Настолько все приятно. Это Бог сделал. У нас близкие друзья мусульмане. Вот мы еще должны поехать в Азербайджан, там людей собирают. Так это же мусульмане, они убивают где-то. Ты многого не знаешь. У меня одна книга, которая полностью, весь Коран, по сурам, а я там рассматриваю сравнение с Библией. И что 1300 лет сказали мусульманы. Хорошее, плохое. Я делаю выдержку, с меня это не касается. Я просто открываю жития святых. А христианах что сказано было? О евреях книга, 3600 лет, что было сказано, поэтому писать. Все в кавычки, показана книга, страница откуда. Книги мои, это энциклопедии по многим-многим вопросам. Это Господь так сделал. Одному невозможно. Вот показывают, вот здесь книга, это 300 поэтов России, что сказали за 300 лет по определенной тематике. 300 поэтов. Они в другом свете выглядят. Ну, без Евгения Евтушенко мне просто не одолеть. Это сырой материал он дал. Ну и что? Спросят, а то, что мы вошли уже в чужой труд. Великое наследие. Я сейчас так и говорил. С нами здесь наши православные писатели.
Кто не знает, что Достоевский эпиграфы везде брал из Священного Писания. Возьмите «Преступление и наказание», «Крейсера соната». Слово сказать в отношениях мужчины и женщин лучшего произведения в мировой литературе нету. Олег Янковский еще сейчас фильм, где играет. Вот, посмотрите. Как правильно относиться к женщине, женщине к мужчине. Зная Слово Божие, я отвечаю в этих книгах на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, работа, культура, искусство, поэзия, семья, будущее. Все в этих книгах, но в последней книге не систематизировано. Как вот вопросы задавали, так отвечал. А на сайте, они 55 папок вам дадут сайт. Если в сайт зайдете, вам надо что? Семья или, допустим, работа, папка ткнул, одни вопросы, из какой книги, какой вопрос. В него ткнет, теперь полная развертка идет. То есть там громаднейшая работа, это пришлось сделать самому. И поэтому я не слышу, и мне это помогает. Другой раз говорят, ты сейчас об этом человеке говоришь, он выступал против тебя, а я не слышал, я ему как другу раз. Да какой же ты за себя не можешь поставить, я не слышал. Он говорил совершенно не по делу. Я его знаю таким, а разобрались, он на 20 лет моложе меня. Как ты меня мог знать? Я тебя мог таким знать. Он хотел как бы подколоть. И поэтому даже свой недостаток, который может от родителей или по несчастью, нужно направить во славу Божию. Никогда не роптать. Был такой святой Нил Синайский. Он говорил, согрешить – это дело человеческое. То есть наше тело обладает тяготением ко греху. Улегся молодой, своя жена уже поблекла там, вот увидел там, где-то можно стащить. Согрешить – дело человеческое. Но отчаивайся – дело сатанинское. Не отчаивайся. Попроси у Бога прощения, никогда не возвращайся, как пес на блевотину. Так написано. Ты другой. Тебя Христос омыл кровью своей. Ты простри Богу руки. Вот мы молимся, когда мы совершаем крестное знамение. Другие не совершают, они не православные. Но в конце мы простираем руки. Библия говорит, на всяком месте мужи поднимали, чтобы руки. Мы простираем руки и молимся. Господи, услыши наши молитвы и соедини их с теми святыми, которые на небе, на земле. И, Господи, услыши исполни молитвы всех святых, которые молятся о нас. Вы будете молиться, я вас прошу о нас. И наши молитвы услыши о всех, которые заповедали нам о Писании. А потом, Господи, говори, слушай трап твой и слыши. И мы какое-то время молча стоим, что Бог положит на сердце. Мы ни голоса не слышим, ничего. И сразу кто-то из наших один говорит, мы хотели ехать туда. Почему-то я подумал, что надо в Отрадное заехать. А тут, говорит, тут прохладно весь. Мы не думали заезжать. Вчера у нас в планах не было. Сегодня утром внезапно мысль такая пришла, на карту посмотрели. Давайте сначала в прохладном заедем. Это у нас сегодня уже второй пункт. И вот мы в этом прохладном, в прохладной обстановке встретились, чтобы возвестить о Христе. Мы оставляем книги. Один сказал, что это синодичная площадка. Входя в этот мир, знать, кто он. Вот к нам приезжали профессора психологии, услышала директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Дэнон прилетела, Останкина, привели ее к нам, а это в Алтае, мы 150 километров от города, там навозная куча, бывшая заброшенная деревня, мы с нуля деревню строили. Там вообще ничего нету, но они находят. В чем суть? Как можно в течение месяца полностью изменить себе ребенку? И выводят главный движитель лагеря Тире с большой буквы «Любовь». Любовь. А какая? Это не потакание. У меня система наказания существует. А какое? Ой, наказание. А такое, за стол садится, у каждого должен быть поточек. А родитель жалуется, ребенок все забывает, поточек, просто терять. Я говорю, давайте чихнем. Чихать надо не в руках, платочек. Запомните, платочка нет, за стол сели. Ты побежишь вон тополь 200 метров, сорвешь разового пользования. Я ему, а пока бегал, уже только второе, первое сели, я ему память пришил в один день. А бывает, ребенок забывает, ботинки кидали, играли в футбол, там куртку забыл, родители жалуются, говорят, только купили, пришли, еще пошли, уже ничего нигде нету. Я их предупредил. Первый день не накажу, второй день накажу. Сели за стол, дежурные вокруг лагеря. Чья куртка? А они знают, это Венькина, это Манькина. Все, три раза вокруг лагеря бежать, махать курткой и кричать, я забываю вещи за старым. Больше не надо, один раз только. Родители приезжают, ребенок ничего не забывает, как вы могли? Да ничего нет, оно само вошло. Ребенку надо показать ценность во Христе, ты себе не принадлежишь. Тебя Господь омыл кровью своей, тебе дано имя святое в крещении. Одного привезли Тимур, а его крестили Андрей. И вот он
компьютерные игры такие есть. Это ужасно, хуже наркомания. Он вообще ничего не видит, кроме мониторной рамки. Он вот так смотрит по миру, там стреляют, пули мимо летят. У меня тарзанки качаются. И девочка стоит наверху, там, просит звать ее. А он внизу, ему 12 лет. И он просит, ты мне... Она на веревке, а там палка, и вот так вот садится на нее, ну и качается длинно. Она его пускает, он стоит, и она его бьет в лоб. Он не поймет, как она из монитора вылетела. Он совершенно мониторный ребенок. Он не понимает, что она вылетела, бьет, это совершенно естественно. Он упал, заплакал. А как она вылетела, говорит, эта палка оттуда? Дома-то в рамке у него. Это повреждение ума, беснование. И поэтому, рассуждая о Боге, мы должны показать ценность во Христе. Избавиться от этих игр. Избавиться от наркотиков. Тебя мир ждал, все это придумано было. Посмотри, какие книги. Тебя ждали уже. Ты так нужен был. Родители ждали, мир ждал. Быть может, нерожденные таланты, загубленные в абортах и прочее, мы должны сказать. Я задаю ребенку. Мобильный телефон, знаете, все знают. А кто изобрел его? К вам вопрос. Кто? Поднимите руку. Мартин Купер. Он живой. Дети, какой он хороший. Как он ошибался, когда делал, переживал. Давайте помолимся за него. Мартин, мы не знаем, где он. В Англии, сейчас в Америке. Господи, благослови его. Он такой хороший, Мартин, так облегчил. Мы связь с ним имеем. А знаете, дети, что такое интернет? Все знают. А кто изобрел? Не знаю. Тим Бернерс-Ли. Это Тим Тимофей. И он живой. Какой он умница, дети. Давайте за него помолимся. За всех слепых, обездоленных. Господи, помоги ему, так тяжело, а мы видим облака. Порадуй их твоим присутствием. То есть эту радость общения заочного надо вложить в ребенка. Я о детях говорю, 40 лет начальник детского лагеря. И поэтому никакой тайны мы не делаем из этого. Все это указано в книгах. Кто президент, кто премьер-министр, губернатор, дети у меня на зубок все знают. Они знают и божественное. Это Бог нам дает, полагает на сердце. Мы с этой миссией приехали возвестить о Христе, о радости жизни в Боге. Да благословит вас Господь всех. Спасибо. Спасибо. Спасибо.